Gigaset i630A – ударопрочный беспроводной телефон с защитой от брызг и пыли. В этом видео мы распакуем беспроводной телефон от компании Gigaset. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется базовой станцией с блоком питания, трубкой с батарейками, адаптером переменного тока для зарядной станции трубки, а также пользовательской документацией. Корпус трубки и базового блока выполнен из ударопрочного пластика и окрашен в черный цвет. Также предусмотрена защита от пыли и брызг по стандарту IP65. Базовый блок монолитный, с кнопкой поиска и регистрации трубок на лицевой стороне. Всего на базовом блоке можно зарегистрировать 6 трубок, включая комплектную. С тыльной стороны разместилось гнездо для комплектного адаптера питания и порт для подключения телефонной линии. Теперь посмотрим на трубку. Сверху разместился цветной дисплей с подсветкой, который обеспечивает удобное использование устройства при недостатке освещения. Ниже вынесена привычная кнопочная панель управления, включающая в себя блок цифр и клавиатуру. Телефон работает на частоте от 1880 до 1900 МГц с дальностью действия до 50 метров в помещении и до 300 метров на открытом пространстве. За автономность отвечает предустановленный аккумулятор на 800 ампер-часов, который позволяет использовать трубку до 14 часов в режиме разговора и до 310 часов в режиме ожидания. Цикл зарядки составляет 7,5 часов. Из функциональных особенностей следует выделить 20 встроенных полифонических мелодий звонка, наличие интеркома и спикерофона, а также модуля памяти, который сохраняет номера последних 20 вызовов. Кроме того, эта модель дополнительно оборудована такими функциями, как календарь, будильник, часы и акустический контроль помещения в режиме няни.